поле, а там не надо, там сразу запускает. Наоборот, на лаунчере ты нажал, и ты уже сразу в выборе персонажа. То же самое, что через у меня, через рун. Плюс через лаунчер можно зайти на любой из там 5 аккаунтов, условно. Нет. Да. Через лаунчер нажал кнопочку треугольник и зашел на аккаунт, который тебе нужен. Нажал. А мне это зелье не помогает, оно режет броню там процентном отношении, так что они там настаивают, у меня броня там в ноль уходит, так что поэтому нет смысла мне пить бронепорта. Так, по поводу кинжала, что-то я затупил, блядь. Надо кому роги? Так, посох никому не надо было, нет. Кимсик ко мне... Кому дать СС? Я просто давал все время главхилу, но он вроде не падает. На главхилу уже кинули. Я карасю думал. Не вижу на главхилу СС. Есть, есть, раз я закинул. А что он мне не отображается? Есть. Надо сейчас найти. На карасе тоже есть. На кару тоже есть. Уже есть, почему не надо? Надо. Так, все, Гриснайп, что там у тебя там? Блять, завтра что у нас в порте стоит? Ничего не рейдов. Вроде нет, да. Завтра тогда пойдем у них все закрывать 25-ку. За ИП, конечно же. О, все, начали отображаться нормально. Блять, за них все еще. Блять, сука, так долго затянулся этот мобрак. Что у нас вообще по ДПСу, блядь? Назик, это понятно, что не одетый. Че у нас лок 5700 дает, Джонни 61. Блядь, локи должны... Ну, я вспомнил от ЖК уже потом. А, ну ладно. Ози Хантер 6400, когда дон дает 7600. Что у вас по гиру, блядь, у Ози Хантера? Нет, шкаф, пойду еще припутаю. 56-й Ози Хантер, донт у нас 200... Он тоже 226? 233 он. Что захожу нормально, это обновлялось. Ну, Хантер, я тебе скажу, ДПС накручу. Ты посмотри на все на урон по боссу, а потом говори мне. Хотя подожди, еще я пересмотрю. Дон, лям 400. Так, а ты... А, нет, ну сорян, Ози Хантер, все, вопросов нету. Все, 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 все. А по трэшу какой урон? Да, я сейчас попробую, тогда не буду водить его туда, чтобы больше ДПС было. Смотри, Джой. Да, да, да. Короче, разливается... Нет, смотри. Изначально... Изначально разливаются две лужи рядом. То есть одна под ануб, а вторая под моба. Просто я понимаю это. На одну лужу ставится типа ануб плюс, ну один танк держит ануба плюс этого моба. На второй луже рядом, рядом, чтобы этот, чтобы тарг, ну типа кастер могли мультидотать. Нет, Рос, ну дальше не продолжает. Гекиснайп тут? Давайте перекур 5-3 минуты, пока снайп там разбирается. Снайп, ты тут или нет? Все, стоп, 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 все, все тут. Вообще на присутствии. Забафайте снайп. Снайп тоже, наверное, в конце, я так понял, вылетел, да, что у нас тут тоже, блядь, смотрю, по ДПС он просел. Джонни, а тут? Силаныч. Диабло. Джонни, да, Джонни, конечно, у нас. Так, еще раз вообще даю, если Джонни не придет, то пойдем на 2 минутки дойдем пока. 2 минуты, ребят, ну, старайтесь больше не фкашить. Покурить хватит времени. А то мы, блядь, реально задержались в этом маму бараке втором рейде. Тоже убить хочу его. Ну так что, можно быстренько отойти, нет? Да, да, отходите, 2 минутки максимум. А что, кстати, тут падает на танк, кстати, мне интересно. Надо. А, то можно расходиться. Хе-хе-хе. Шучу.
За три заливания мы его успеем перевести. То есть мы поставим босса, и, допустим, там останется процентов 40. Мы под Герой мы въебываем, и 10% этих сносим. Трэш даже трогать не будем. Мы их просто законтролим, там одному дадим бан, покаяние, второму шакл. Все, и спокойненько это все заливается. Ну, да, попробуем. Можно попробовать босса не уводить на, перед второй фазой? Дурак не слушает никогда, забейте. Нет, ну я слушаю, ты просто говоришь, что типа тогда мы не успеем трэш зарить. Ну, хорошо. Трэш один раз попробовал закопаться. Ладно, ну когда он на луже еще стоит, не закопался. Босс пошел за кем-то следовать, а он там в жопу побежал. Там у половины людей есть и ускорители эти из инженерии, свои расовые ускорялки. Плюс у нас паладину Боб кинул, и он побежал вместе с Бобом туда в задницу мира от всех. И все. Я не понял тактику, объясните. А ну, Дуат, еще раз. Ну, я имел в виду, если босса не уводить. Ну, и быстрее переведем. Ну ок. Включи на пол. Ой, шкаф, поставьте там Узи Хантера. Угу. Дайте шкафчик. Два, ты тут, Идон? Так, два тут, Донт. Ну, тоже, тоже. Все, все тут, в принципе. Сумайте, да, где там Узи Хантер. Так, короче. Следующий РТ. Все ДЭшники, ДЭшники пьют химию. На ну, усиленную химию, которая улучшенные фласки. Без химии, то будет, я дам ГП. Предупреждаю сразу. Так, короче, как делаем? Донт, разобьешь одну лужу под боссом, вторую лужу где-нибудь рядышком, недалеко. Это самое. Значит, Донт, ты напулишь тогда вместе с Узи Хантером на ДК-шку моба, которую ДК на себя заберет. Его сразу свечитесь, милики там. Кастеры, вы можете обдотать моего моба, который там будет стоять, тусоваться. В ГГ-снайп ты ничего не шаклишь. Если что, если будет третье взорвание, и босса будет примерно 40%, мы двух мобов просто контролим и все, и бьем босса. Причина попу. Я буду все сейчас анонсить, говорить. Изука, Логрис. Подождите, пускай демон повесит баф. Какой ты хочешь? Ну бей своим пэтом, блин, этих скоробеев. Все, можно начинать. Да есть, готово. Так, ДБП включил. Подождите. 4, 3, 2, 1. Подождите немного.
Ну ладно. Потом. А что ты хотел? Да, Озихант хотел камушек. Да ладно уже. Он мне отдал. Забирай эту вот, видишь, мопти, на пути у него. Где еще одна лужа? Все. Кассер, можете обдотать этого моба дальнего. В моба играется сейчас, который там под мелизоной. Блять, и хуй тут тотает, блядь. Ни шипешек не вижу, ни локовских этих, блядь, сажогов там, ничего вообще нет. Компот, сейчас грипнешь моего моба. Когда твой пойдет. Все, иди грипай. Я забрал, да? Все. Новая пачка, уводи босса. Уводи босса, моба заберу на себя. А, стой, 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 не води, не води, не води, не води. Бля, моба, иди, я прожмусь. Бейте мобов, бейте мобов. На пол мне отдайте мобов быстрее. Блядь, я зарылся, сука. Суза, блядь, бей сюда, пожалуйста. Ту цель не дальнюю, а ближнюю, блин. Чтоб не было такой хуйни больше. Я, блядь, набиваю в приори ту, которого бью. Ты начинаешь дальнего хуярить. Бегать туда-сюда. Забегай, 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 забегай. Нормально, бог у тебя бог. Так, второго моба быстренько ставлю в лужу, сразу в него свищу. На пульте на меня его. Сразу свищите, свищите. Быстрее нужно в этой луже сдохнуть. Блять. Да просто сбейте ему, кажется, нормально будет. Лужу разбейте. За лужу разбивайте там с той стороны. Кто-нибудь, любой кастер, разбейте с той стороны лужу, быстрее. Забегай сюда. Все. Так, раз БР под... Фикси БР? Да, идеальный БР фикси... Ой, протест... Кто там? Крас, ты БР решил? Я уже БРнул, да. Все, понял. Протест Дуата, Кару по Войду. Мобов всех мелких быстренько залили. ДК забирай ближнего, я дальнего заберу сейчас. Не надо шапиться. По-моему, идея хуйня еще хуже стала. Все моба, блядь, сыграли точечно. Но у босса-то меньше намного хп осталось. Сколько у них там хп? Тут почти то же 70, самое. 73, а тогда осталось 80. ДК тяни моего. А нету гриппа. Гриппайте там. У кого есть грипп, гриппните моего моба. Чтобы он не взорвался. Свищаемся в моба. Сейчас я двоих на себя заберу, хант на пулите на меня сейчас. Могу я под прожимкой. Я понимаю, мне идти. Нет, стоишь. Стоит. О, моба на пол, нормально. Бьем мобов сейчас. Бьем точно мобов. Заливайте. Вот, готовь это самое дать. Ставлю, скажу. Я себе вы. Да, лучше. Выливайте быстрее мобов. Второго тоже долили. Быстрее. Ну, лужу можно? Да, забегай. Лужу там разбейте с той стороны. Блять, что там, вроде аккуратно. Бежим на ту сторону. Он прям вовремя цель поменял. Беги. Так, ну ком там чего? Сейчас должен вырыться. Если что, дай Дуату Бобу. Боб, дай Дуату, сейчас он подойдет. Не заходи. Забегай. Молбов мелких, разливайся этих. Так, сейчас я попробую туда двоих забрать. Сейчас на себя. Хант, на меня дальнего на пол сделайте. Вот.
Так, я пружинку дам свой войд, пока не давай сами. Если что, у меня еще есть. Карнес, дай гнев. Spellbound. Ну куда ты моба забираешь, ДК? Ну, блядь, два моба под этим самым. Блядь, ебать ты нахуй. Сливайся, трэш пустой, трэш стоит, слышите? Блядь, ни СС, ни БРов, ни хуя нет. СС на тебе. На мне изначально висел. Так вставай. Есть СС на тебе, нет? Нету. Так ты говоришь, висел, его нету. Нет, на мне мог висел изначально. Блядь, я его либо затаунтил его, либо, я не знаю, ты его бил, блядь. Когда он сзади меня был, я его затаунтил. Бейте мобов. Он висел на мне. Бейте мобов, мобов играем. Стан, давай, встань. Падайте. Падайте, короче, еще раз на него. Короче, пизду, я не буду их уводить. Я буду деваться. И это самое. По дефам буду держать их. Нормально, в принципе, ШВ откатывается до второе появление. Там уже у меня понадобится стан. Сейчас немножко получше будет. Значит. Подожди, они на две цели не парфит, точно. Блять. Ну давай попробуем тогда. Так, сейчас я не логнусь, потому что я не вижу кдшки ваши на пулы, там всякую хуйню. Короче, это самое. Метку череп я буду ставить на моба, я буду приори на нем сидеть, остальные все на пулы, давайте моба, который без метки. Там роги давайте на пулы, у меня там. На ту метку, которая будет без цены. Угу. В смысле, я не понял. Нет, один мутик. Кимсик мутик. Так, вот он БРФ КД СС. У всех. Три минуты. Я на Бьерна дал СС. Так, давайте моба, я сейчас рыбу поставлю. Так, даю СС на кору. Так, Бобу тоже озвучивайте, если у вас КД, я просто не знал, что у тебя КД на Боб. Кару, на танка дали уже СС. Давайте, я что на... Бля, пацан, тут оказывается тактика нужна для контрол босса. Скиньте мне. ТПС. И танк. Я на них слабый помню, блядь. Залетели Геру дали и убили. Пусти на пол. Все готовы. Это, у меня демон, демон, демон. Демон, бафни. Все, можно давать. Так, Five, four, three, two, one. Так, броню сейчас настакую вам. Больше били.
Лужу одну только, все, больше не разбиваю. Ну, хватит. Заводи его, лужу. Так. Метку череп, видите, одну лужу спросил, как он делал. Метку череп, не знаю, цены на пол дали мне. Я дал первый стан. Мои блоки. Убойт, ну. Крас Бэр, дай. Давай, быстрее. У кого еще? У кого нету когда? Сколько времени? Я беру, у меня самый быстрый. Хорошо, Крас, значит сразу Бэр по откату выйду. Так, да, ближний я забираю, ханты на пулу даются. На пулу сразу нет. Ой, дай стану. А, блядь. Пал, дай стану. Ну, нормально, все, не надо. Убивайте быстрее моба этого. Плохо точно. Я не видел. Дай Боб по... Корнес, Боб, да, по это мягко дай ему прямо сейчас. Ой, Корнес, блядь, по-моему. Все, 2 секунды останется, зайдешь в лужу до окончания Боба. Забегай, забегай в лужу. Малышка, беги! Джонни, стой на месте. Ставь возле лужи, я в тебя сейчас сделаю. Следующий крас. Лужу разбейте, крас, кота, прыгай. Блядь, не знаю, что будет делать. Забегай в лужу, забегай, 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 забегай в лужу, блядь, быстрее в лужу. Фу, блядь. Заставь его в лужу быстрее в эту ближнюю. Мелких долили. Четко отыграно вообще. Только там, там тебе мелких мелизона, пожалуйста. Бэр у кого-то есть уже. На пульте такого моба, который вот, вот без метки на пул, дайте мне. Который без метки не дает. Все, давайте, поднимайте Войда. Так, я пока прожался. Стан пока ему можешь не давать, я сейчас задам. Палу по себе потом бафли, бафните и бафните Войда. Босс играйте. 70%, блядь, да хуй еще ничего. Давайте, боссы, боссы, боссы. Второе зарывание будет сейчас. Блять, да хуя ему оставили. Хотя, в принципе, нормально, так, блядь. Который без метки, дайте на пол. Вот, блядь, который в этой зоне находится, дайте на пол мне, дайте его, дайте на пол мне. Пул ваш, сука. Второй рог один на пол, блин. Добивайся тоже быстрее. Беги, малышка, беги. Я стану, да, ну что, с Назик убегай. Сейчас он зароется, сука. Да сбили бы. Ладно, ладно. Он не откопается уже. Он не кастует взрывание. По лужам бегаем. А вот у тебя Боб есть, если что? Мадон, ты дашь, Дон, стой. Ты далеко от него, нет? Дашь по команде. Давай. Дон, стой возле лужи пока. Ставь возле лужи, 2 секунды будет. Станешь тут. Пока все забираем, короче. На ЛО. Лужу готовься. Нету бобов. Забирай сразу. Беги, беги, беги. Сейчас босс должен появиться, все отлично. Ставь его там, возле босса. Давайте, если будет процентов 40, 40, 35, 38, там бергеры будут. Дали его моба на меня, ханты на пол дали. Тут кучу их не сейчас забираю. Мол, стан первый я. Блять.
давай. Все, второго моба. Босс играйте, там ловечка добитого. Босс играет больше. Нормально, в принципе, до 30% его сейчас можно вывести спокойно. Нахуй за морозка мы тут сейчас нужна ваша. Здорово напулили меня, быстро. Там ты, блядь, как ты напуливать, я хуй его знаю. Успеваем или нет? Нет, мы не успеем, бесит я. Трэш. Дал, блядь. Я все остатил. Я уже встал второй раз. Дайте быстрее Кару Берту мне. Мама, добейте этого. Бегай. Угу. Ребафните Бьорну. Нет, он вышел. А, нет. Сейчас я его поменяю. Я его поставлю в дальнюю лужу, чтобы вы успели убить его. Путин меня в него сейчас. Встану рано, да? Да, ну ладно. Не стойте на околах этих. Прохил. Лужи нет. Я развалил. Сами лужи. Все, сейчас. 2% нормально. Все, без геры ничего. Это сам последний босс. А что получилось? Босса, свич. Киньте лужу. Иннер, дайте по хулипалу. Заводи в лужу. Так, сейчас я дам ШВ свое, ханты дальнего сразу на пул меня дайте. Все, сейчас я прожмусь. Все, здесь прожу. Во. Мобов играем, приори мобов, только мобов. Геру дали, фул ДПС по мобам дали. Вывел двоим. Все отлично. Убивайте тогда много. Ну, метки прохиливаются. Без 7 полторы минуты должно успеваться. Пятьдесят секунд, успеваем 10%. А висит обойся типа Моркала, что режет хатхилл на 100%? Ну ханты вешают, да. А, да, все, ханты есть точно. А, нет, я сидят-то. Ну нормально, погнали, Они, у нас полчаса еще до конца РК. Ну ладно, те, кто хочет уйти, там Диабло просил, пусть уходит. Не, ребят, ну мне реально стало тяжело. Ну хорошо, сейчас я и поначислю, и это самое. Да, блин, ну, тяжело. Да, ну даже мы тут на первом трае тоже так делали, мы только боссу раньше водили, мы двух мобов ставили. Декапорт в Теремор поставьте, Алмерия. Сейчас найти надо. Непонятно, что происходит. Или Суза. Подожди, у меня, по-моему, нет портала в Терамор. Так, а на Локон разве идет по заповеди? Там, у меня хоста есть, нормально. Там с меткостью есть, я знаю, меткость.
Но она больше для хила, ардру и это самое, и фальпричество. Так, раз, у нас раз одна попьёра выше, да, ему. Так, я вам нужен на этом, на... Дьявол, ребят, ну, желательно побольше людей, чтобы быстро убить. Кастера. Я могу на Элема рулить её? А тебе есть аналог этих шмоток? Кольчужные? Не знаю, нет, у меня. Если нет, то можешь. Могу, да? Да, если нет, то аналога. Суза 5.0. Там у Кару 5.61. Подожди. А, Кару. А зачем Кару меткость? А, подожди, это же, блядь, сова, тарянка. Сейчас я советую. А, ну тогда, конечно. Чего вы говорите, что нет аналога? Нет, он по заметке, он сова. Я его попросил спекнуться в мастера друида. Он мейн сова у нас. Потому что у нас Альфи не пришла. Так, шманы. А, не шманы, стоп. Какие шманы? Ханты? На Энха. Так, а где портал в Террамор? Суза, дай портал в Террамор, пожалуйста. Так, это уже на ДК 2.6. ДК, роги, комбаты. Нахтик забираю, да? Так, плащик с меткостью, крит, не лишний. То есть меткости не хватает туда. Ренит. Научись, как ТП делать. А что, у Сузы нету ТП? На самом деле. Ренегат, я не знаю, как тут пользоваться. А можно с ренегатом учиться все равно. Типа тут вроде я. А, я разобрался. Все. Так, смотри, ты можешь выучить, если он попал. Я ж уже все, я уже здесь. Давайте, короче, смоните тогда остальных. Так, сейчас я не понял числа. Просто сколько мы там. Сейчас я посмотрю. Сейчас же за Оня я пойду. Так, Оня, ну так сейчас у нас это Diablo off, это чтобы я не потом не искал его. Так, значит, 1100 ИП в общей сумме, да? Да, 1100 ИП. А за освоение нового контента? Чё? Нового контента будет, это когда Джайна будет. Вот это будет новый контент для вас. ЦВК, ЕВК, Magic Mulheim, это... За ФК я буду давать вам большое количество ИП. Возьмете ФК, ВВК, к примеру, либо магика или лаха, то получите хороший бонус. Вся гильдия получит, кстати, кто за меня тоже сидел. Карл, не идешь? У нас хилов нету. Блять, ну как это проходки? Блять, ребята, нахуй дети дверь без проходки? Ну, блядь, что за хуйня, блин? Фоник десятку пойти не закрыть с пугами, ну это вообще бред. А куда Кубобер делся? Денюха там бухает, он сейчас. Давай, короче, сделаем так. Гестнак, давай в ШП. Рос, заходи на САУ. ИП НЛО кину, конечно же. Так, Диабло у нас ушел. Ну, пойдем таким составом, ничего страшного. Опытный маг. А сколько там ДПС получилось? У кого? У Алмерии.
меньше 4,8. Это пиздец, да, наверное? Я не знаю. 18 место. Это вообще пиздец. И я не понимаю, как магом дамажить. Типа, странно, как хуйня. Тут две кнопки, типа, а что с ними делать? Непонятно. Так, блядь, надо фаерку выбить будет, фаер-резист. Это в кого ледяной копье кидал там? Сверху, что ли? Да я, типа, не понимаю. Типа, ну, блин, маг... Ты, блядь, там такой... за проком следить надо, пока у тебя заградительные стрелы прокнут. А не прок это сразу сдавать надо? Не в зависимости, сколько у тебя стаков этого? Ну, на 4. Ну я так вроде и делал. Ну, типа, такой, блядь. Это Телмивен ждал. Алина, я настроил все, вроде бы. Я в Телмивен специально это все забил, все сделал, а потом Алина говорит, типа, я тут не могу разобраться. И я такой думаю, блядь. Вообще-то уже для каждого свое. Не знаю, у меня Бартандер, у нее все клавиши переставил на мои, типа. А при чем тут Бартандер и Том Иван? Ну, все у меня, все это перенеслось на нее. Типа, кроме вот. Том Ивана. Вы знает. А у нее, кстати, репа-то вообще есть с Алдурами? Должна быть, по идее. У нее есть, у нее там с у острова вообще сели, у нее 400 баджей там. А сколько у нее меткости? Да я ебу, господи, меткость 13.80. Это очень дохуя. Там 8% должно быть. Да чем 8%? Вы, ребята, вы смотрите? Так потому что 6 талантов берется. Для аркана карт меткости 8. Нет, раз. Алло. Да-да. Вы сумоните или нет? Да-да-да. Так у нас проблема, еще ГГ Снипу нельзя применить, а он точно не был с нами? В смысле? Ну, у него или КД, или этот, нет проходки. Блядь, ну почему нахуй? Он убивал его, не пишет. Убивал его? Угу. По баунду нельзя применить. На завтра идем, короче. Ставлю РТ, блядь, 8 часов. Всем спасибо, ребят. Стой, этот. Чё? Да, Бьёрн. А, сейчас надо перекинуть. Да, чтоб ты ГП с него снял. Что делать, объясните. Так. Чтоб, блядь, на следующий КД, блядь, сделали это самое, проходки. Кого-нибудь на какой-то есть проходку, я сразу ГП уплю. Мы расходимся, все, да, на все. Да, все, на все. Не, Вер, объясни ей то, что ей 8% надо, рейдовая меткость. Не хочу ничего объяснять, я все равно не понимаю, как тут, типа, на магии играть. Ну, скажи ему, у нее 5,5% перекапа меткости. Ну, либо пусть таланты меняет, либо хрен знает. Да, я вообще не знаю, типа, вот серьезно, две кнопки, я знаю, у Аркана две кнопки.